Салам алейкум. Алейкум салам. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Уважаемый наш. Алейкум салам. Алейкум салам. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Как здоровье, самочувствие? Появился полтенцов. 20 лет тому назад мы были в течение. Красивые, мужчины. Вот и все. Сейчас красивые. А сейчас еще красивые. Сейчас красивые. Герои всегда красивые. Он всегда останется таким бодрым, мощным, уважаемым, любимым народным человеком. Я не хотел зависеть от него, я хотел отойти от жизни, от работы, от жизни. Я нормально. 20 лет в Финке был. И вот таким волоски, не стал. К сожалению, не там пришли кто. Он ее поздравил, он не послал к себе. И сказал, что я старый был. Тогда вам и сейчас сказать. Это великий почвы христианского народа. Это не только он знает, откуда это было встретиться с ним. И они поняли, что христианцы, вместо нашей армии, после 6-100 территориальных целостных российских государств. В этом заключается главное значение. Он тоже согласился. Потому что он, говоря о наших ополченцах, помню хорошо, сказал такие слова. Действительно, сторона находилась в очень сложной ситуации. Если бы тогда террористам удалось реализовать свой план в Дагестане, возникли системы проблемы на всю Северную Кавказ, а потом по Волге перевезло. Это надо давать отчет. Для этого не произошло, и нам удалось сохранить суверенитет и единство страны. И дело даже не в боевой мощи этих ополченцев, а мощи воли, духа, желания сохранить страну. Вот такой оценку ополченцам дал. Потом он все-таки дал высокую оценку христианскому народу, как града. Когда он принял, что Георгий дал специальный прием в честь дагестанского народа, он сказал такие слова, что народ Дагестана имеет право на такую особую внимание. Именно поведение народа Дагестана предопределило конечный результат для операции. Помогло в целом сплотить общество и республики в стране. Боевики, как тот, кто вступили в дагестанские земли, на самом моменте, на самом деле, в ту секунду обрекли на поражение членов России. Вот какой оценку поведения было. Поэтому я ему сказал, я этим горжусь и всегда встаньте рады. Так и есть, он спасибо всем. От всего сердца. Благодарю вам, Мечкин, хотели вас и поставили вас в звание Героя Ополчения. Знаю ваши заслуги и воли. Вы были главнокомандующим нашим. И мы всегда вот, у вас был команда сформирована по Кашкалинскому и так далее. Это под вашим руководством был Татьяна Михайловна Павлович. Все эти ребята выехали на зону боевых действий в Отерский район.
Совета Организации. Да. Я представитель Совета Организации. Значит, мы учредили награду. Значит, за героя заводного обучения. И Совет Интербригады принял решение вас наградить эти награды. Спасибо большое, у меня очень много наград, но эта награда, буду я считать, особой наградой. И с удовольствием принял от вас награду. Хорошая. Она сделана хорошей. Пусть это на память заслужили. На память. Вы заслужили действительно. Спасибо. Дай Аллах вам здоровья. Вам спасибо большое. Ну, Магомед Али Магомедович, РОУ возглавляем вами еще полностью достоинство не оценено. Вы должны были, вы, Дахай Муслим, Сагид Паша Умаханов, Шабанов и далее, далее, героями России. Это в 99-м году. Они должны быть, может быть. Они должны быть. Но руководитель района города исключает. Пусть я так считаю. Я, когда меня предлагали же героя, я отказался, я сказал, героя должен получить тот, который бы оружием в руках сидит, окружает тогда. Поэтому ни Махачу, ни Маханову, а Удахаев заслуживает. Он заслужил непосредственно, вывел своих людей в тяжелую оборону. Он заслуживает, он и не должен руководитель района или города. Он заслуживал, о нем я и президенту сказал. Президент обещал, как тогда, предупрежденным присловием делать. А меня, понимаете, я действительно горжусь тем, что вместе с народом, за главой народа, я награжден высокими наградами, наградой за услуги перед Отечеством, первыми степенями, до сих пор на свежем полтаке не было. Так что я наградом не обидел. А героя действительно, я считаю, ну сейчас это почетный ярче, меня не возражают, тогда я действительно сказал, как я России, и считаю, что поступил правильно. Все они заслужили, наверное, Махачу, и Паша очень достойно, он себя очень серьезно организовал. Да и другие руководители, они заслуживали. Там вот такого уважения. Ну, не руководители, не это наш пол. Так отметили, народ знает, кто есть, что есть. Кто что представлял, кому что можно, нельзя, не по нас слишком достаточно. Так что для меня это. Да и сейчас они так выпились, я захочу. Вам спасибо. Я поблагодарил за то, что отчетцы за дистанцию подравняли и ветераны в военных событий. Я ему сказал свою политическую карьеру, как Владимир Путин начал именно в Афганистане. Именно здесь Берия, масштабы страны, международные масштабы, открылась политическая фигура Владимира Путина как молодого, сильного руководителя. Твердой волей пользуешься поддержкой и уважением всей страны национальной лиги. Они не были так не было нету. И это оценка не заслуживает. Я с ним могу говорить, потому что не могу понимать. Он всегда любил, он неоднократно повторял, я никогда там не забуду до дистанции, никогда не забуду в Польше. Неоднократно сказал, там я знаю, что ты, как ты, не было,
from the Wisconsin Assembly. Сейчас метрополитан, к сожалению, момент есть, который Казахстан выглядит не совсем красивым виде. Но это правильно. Вистан все равно восстановится, найдется наши собственные кадры, которые будут по-настоящему. Прежде они все хорошие, они стараются, но не видно помнить. Отсюда не стоит. Они, наверное, не воронки, когда они вчера не успели на полную. Надо знать, что они стараются, я знаю, предлагают их себе, чтобы делать лучше. Но народу не заявительно страшно. Именно собственно видимо. Будет. Жизнь люди. Да, пан Виктор, я с предложением, значит, написал письмо на Илью Васильевичу. Да? Я говорю, ну нельзя ли, говорю, это все объединить под одно. Под одно крыло. Да. И чтобы как бы вот союз афганцев, союз национальных. Вот как им организацию сделать и объединить под это дело. Это обязательно надо сделать. Я даже там письме написал, что Магомед Али Магомедович в свое время был указ о том, чтобы формировать силы самообороны туда-сюда. Да. На основании этого были сформированы махачкалинская группа там, по районам, по всем этим. И знаете, как-то вот в одну руку подставить. Все надо объединить. Да, а то это все будет. Единый республиканский, да, да, да. Общественный комитет. Да, общественная организация, союз ополченцев в Дагестане. И будет контролироваться все. Вот это, пожалуйста, если то есть в удобном случае. Вот это первомайский. Внесите какой-то. Первомайский глава. Мы не говорим, что мы хотим это, да, это надо для Дагестана. Да. Если об этом как бы пойдет куда-то этот разговор вслух, я думаю, что нам будет красиво. Очень хорошо, очень. Ну, я думаю, это тоже надо поправить. Это исключение опять-таки на республиканский товарищ, да, не объединиться. Вначале везде принимали, Чкареву принимал, Салман был, Джахарман был, Джахарман принимал. А сейчас что-то там, кто-то третья сила. Не так лучше. Около больше 2000 человек отвечено находится в организации. Сами себя содержим. Содержим тоже судьбу, отчетка. Даже вот эти кости, вот эти цифры, мы это не можем начать. Я даже не знаю, по-моему, что это. Ну, это ненормально. Я ополченцем и признал. Это очень большое дело. И вот это все взорвалось в этот момент. А, да, вот смотри, это деньги. И вот начали вот это. А до этого, как мы работали, мы 20 лет работали, мы занимаемся, активно занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Мы, значит, выезжаем на какие-то мероприятия. Значит, наши вот ветераны по школам, значит, ходят какие-то уроки, множество патриотические, какие-то эти. Очень да, да. И у нас много на сегодняшний день членов, около 320 человек, молодежь, кстати, вот у нас. Мы тогда с
спрашиваем обычно, работают как в организации здесь ветеранов, они говорят, ну, нам это интересно делать. Я говорю, правильно, потому что чем пару родных где-то сидит, чем зарплатным зоне, лучше туда, отрядительское воспитание получите и так далее. Вот таким работаем. От дня скончания твоего действия уже все вообще. Вообще, постарайтесь на тех, кто пока вложил результаты будет такое не совсем желаемое, но не отставьте, не отставите этого, все же это семья, надо работать там, поучить, или по поддержке есть низко, для что все равно надо работать, в конце концов придет к вам. Только идти вперед. Да. Придет, придет. Идем. Нас тогда запугивали, и сейчас кто-то старается, но посмотрим, что происходит. Никто не запугает. Мы ополченцы. Мы ополченцы против любого. Да, ополченцы для чего? Тебя нас снова испугают. Террористы не испугали, сейчас никто не угадывает. Многие молодые не помнят. Помните венгерские события, 56-й год? Чехословацкий мятеж, потом Афганистан. А вот это именно 20 лет тому назад, что произошло в Дагестане, сознание всех молодых людей, это как бы, это надолго, настолько, потому что они ежедневно слышали от своих родителей, видели, переживали. Вот это момент такой, это надолго, это, не знаю, вот, казалось бы, 21 век, где-где, в Дагестане вот такое. Две птичьи и более вооруженных до зубов боевиков вторглись на территории. И я вдруг и сказал, если кто не на веществе нет другого примера, что массового проявления патриотизма, как дагестанцы оказались. Вроде бы помню, как один человек вышел. Из всех точек России сюда все дагестанцы возвращались. Наши солдаты, которые в разных частях вступили, в разных местах вступили, все написали заявление. И мы образовали батальон, специальный батальон из дагестанцев. Какой был патриотический путь? Абсолютно. Единый человек поднялся из Дагестана. Мощно, энергично, по-настоящему мужественно. Я это почувствовал, скажем, да, единый ответ, что дагестанцы. Она как там чуть ли не поддержит, там так. Ну, не получил постоянно отпор. Они ошиблись. Они в них... Адресом ошиблись. И у них этот, наиболее трезвый был этот президент такой. Аскар Садов. Это во время, скажем так, как-то Чечни там было, и Руши оттуда было, куда они были, и другие были там, и там другие. Все там были, у этого президента выступали. Руслана Аушина. И кто-то был этот... Иду его. Говорит, вот мы, если это начнем, да, испанский там писать. Ну, это я ему как следует дал, но это реплика этого Ахтурова. Да ты напрасно так думаешь, говорит. Через каждый дом у Дагестанки и Ленин, и Сталин. Хорошо, ребята? Да. Все. Все будет нормально. В конечном счете, объективно, мужество побеждает. Упор. Не будем утомлять. Да, спасибо да. За прием. Нам здоровье. На 100 лет еще минимум. На здоровье надо. Командир. Дай Аллах вам здоровья. Вечный командир.
Да, Аллах вам. Сейчас.